600-й отдельный отряд Народной милиции «Купол» – это элитное подразделение, защищающее столицу Донецкой Народной Республики. В его состав входят разведывательные подразделения, способные вести наблюдение за противником как с использованием современных технических средств, так и проникая в его тыл. Ствольная и реактивная артиллерия, способная утопить врага в море огня. Подготовленные слаженные мотострелковые подразделения, оснащенные мощной бронетехникой. Бригада готова действовать в любых тактических ситуациях на артиллерийская батарея, разворачивающаяся на огневой позиции. Цель А-61. Основное направление. Левее 021. Залпом огонь. Я Дон. Как принял. Прием. Прицел 424, основное направление правее 057, вверх соединить 003, один снаряд залпом огонь, я 9.